Автомобили, которые заставляют ваше сердце биться чаще и дарят удовольствие – все эти железные кони в нашей программе «Автоискусство». Здравствуйте, с вами Денис. Компания Ford Motor Company началась с мечты одного человека – поставить Америку на колеса. Этим человеком был Генри Форд. Благодаря своим личным экспериментам он сконструировал собственную самоходную машину Quadricycle в 1896 году. Хотя Форд не был первым, кто построил самоходное транспортное средство, он тем не менее был одним из нескольких пионеров автомобилестроения, которые помогли этой стране стать нацией автомобилистов. В 1901 году Форд построил машину самостоятельно и с ее помощью победил Александра Винтона в автогонках. Это привлекло больше инвесторов и позволило ему создать компанию Генри Форд Компани. Форд вышел из этой компании, и в 1902 году она стала Кадиллак. 16 июня 1903 года он основал Форд Мотор Компани. Изначально автомобиль родился в маленькой черной записной книжке, которую повсюду носил с собой Ли Якока. Молодой топ-менеджер, сделавший молниеносную карьеру, в 36 лет занял пост вице-президента Ford Division. Первый прототип автомобиля под девизом Mustang 1962 года представлял собой двухместный среднемоторный родстер в духе европейских спорткаров тех лет с крайне необычным футуристичным дизайном. Двухместный спортивный автомобиль был назван в честь легендарного штурмовика эпохи Второй мировой войны P-51 Mustang. В дизайн был внесен еще ряд незначительных изменений и, конечно же, с новым названием Ford Mustang. За работу с энтузиазмом приступил молодой, но опытный дизайнер Гейл Халдерман. Именно он в июле 1962 года создал первые эскизы будущего Ford Mustang. Ли Якоке дизайн пришелся по душе, и он поручил создать макет в натуральную величину. Передние фары изначально предполагались овальной формы, согласно европейской моде, но из-за законодательных ограничений их заменили на круглые. На начальных эскизах автомобиль имеет более плавные обводы, чем на финальном макете. Как вспоминает Халдерман, сделать ярко выраженные контрастные обводы ему предложил Джо Орос, руководитель студии. Кроме того, для минимизации расходов Халдерман выполнил задние фонари в виде трех отдельных секций, а не единый блок фары. Впоследствии эта культовая деталь Ford Mustang в том или ином виде будет скопирована многими автопроизводителями. Помимо Халдермана и Ороса, над Мустангом работала целая команда дизайнеров, и каждый привносил что-то новое в облик автомобиля. Это повлияло на выбор концепции нового автомобиля. В результате Мустанг стал 4-5-местным купе классической компоновки на модифицированном шасси от Falcon. А от среднемоторного концепта автомобиль унаследовал лишь воздухозаборники позади дверей, которые были фальшивыми. Прототип был построен в 1963 году и имел намного более смелый дизайн, чем последовавшая серийная модель. Имя автомобиля тоже родилось не сразу. Изначально он разрабатывался как Special Falcon. Позднее предлагались такие названия, как Cougar. Это имя было предложено дизайнером автомобиля Джоном Моросом. Торино, Тибио 2, предложенное Генри Фордом II, в честь уже выпускавшегося Ford Thunderbird. Бронко, Пума, Чита, Кольт и другие. Конечный вариант дизайна был разработан силами подразделения Mercury Lincoln Division, главным образом Дэвидом Эшем и Джоном Оросом. Большая часть механической начинки была унифицирована с уже выпускавшимися моделями Ford Falcon и Ford Fairlane, что позволило опустить цену базовой комплектации до $2368, а также значительно снизить расходы на обслуживание и ремонт. Благодаря этому Mustang оказался привлекательным для широкого круга покупателей. Первый Mustang сошел с конвейера 9 марта 1964 года, но согласно планам компании считался моделью 65 года. Вообще принято назвать все мустанги, выпущенные вплоть до осени 64 года, моделью 1964-1-2. Публике же автомобиль был показан впервые 17 апреля в Нью-Йорке, а рекламная кампания началась сразу через пару дней после этого.
19 апреля автомобиль был показан по американскому телевидению и сходу был очень тепло принят. 2600 печатных изданий вышли с рекламой о Мустанге. Newsweek и Time поместили его на обложку, назвав Ferrari для масс. Интересный факт. В Германию с 1964 по 1979 годы эти автомобили поставлялись под именем Т5, так как там уже имелся свой Мустанг. Только это был грузовичок от фирмы Krupp. Именно по мотивам Мустанга были созданы облики таких машин, как Mercury, Cougar и Camaro. Весной 65 года рядовым покупателям был предложен пакет GT, включающий в себя улучшенную настроенную подвеску, лучшее рулевое управление, дисковые тормозные механизмы, расположенные на всех колесах, сдвоенную выпускную систему и уникальную раскраску кузова. Также в середине 65 года в свет вышла модель в варианте кузова Fastback. Целью ее выпуска была конкурентная борьба с моделью Plymouth Barracuda. Для закрепления лидирующих позиций была выпущена не менее привлекательная модель вариации кузова кабриолет. Всего в 65 году было выпущено 501 тысяча автомобилей вариации кузова хардтоп, 77 тысяч машин фастбэк и 101 тысяча единиц кабриолет. К 1966 году модернизация и стилизация Мустанга достигла высочайшего уровня. Рекламные буклеты информировали, что возможны 34 различных варианта интерьера машины. Модель имела заметно меньшие габариты, чем другие спортивные автомобили, и при этом вмещала в себя 4 человека. Ее снаряженная масса составляла 1200 кг. В качестве сердца автомобиля был взят 6-цилиндровый двигатель от Ford Falcon мощностью 101 лошадиная сила и объемом 2,8 литра. В комплекте он снабжался 3- и 4-ступенчатыми механическими трансмиссиями и 3-ступенчатым автоматом. Передняя подвеска имела вид модифицированной параллелограммной подвески на 2 рычагах, расположенных поперечно. Амортизатор в пружинном блоке размещался над верхним рычагом. Такая разновидность подвески, называемая в Америке Double Wishbone, была более компактной, чем обычная параллелограммная, так как ее применение позволяло высвободить пространство для немаленьких двигателей V8. В качестве дополнительной опции предлагался стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя подвеска имела продольные рессоры полуэллиптической формы и жесткую балку ведущего моста. В базе были использованы барабанные тормоза и располагались они на всех колесах. В качестве дополнительной опции предлагался вакуумный усилитель. В довершении общей картины автомобиль был снабжен червячным рулевым механизмом, имеющим циркулирующие шарики с большим передаточным отношением. Все эти особенности сделали Ford Mustang необычайно популярным автомобилем, хотя, скорее всего, своей популярностью машина обязана преимущественно внешнему облику. Ведь благодаря Mustang в автомобильную моду снова вернулись силуэты 30-40-х годов, что отразилось и на дорогих классовых автомобилях. Несмотря на без того ошеломительные успехи, дизайнеры продолжали вносить изменения для расширения модельного ряда. Как считают эксперты, вдохновением для создания нового кузова стал Continental Mark II, выпущенный в середине предыдущего десятилетия. Правда, трудновато уловить какую-то связь между этими автомобилями. В общем, является разве что соотношение длинного капота и короткого багажника. Создатели Mustang не были уверены в его успешности на стадии разработки, ведь он мало походил на привычные американские автомобили тех времен. В нем было в разы меньше хромированных деталей, в разы меньше лоска, который был привычен американскому потребителю того времени. Более того, технические характеристики автомобиля вообще по тем меркам не имели ничего привлекательного. Что же касается передней подвески, она также была взята с Фалькона, а стабилизатор поперечной устойчивости прилагался опционально. В базовой комплектации Mustang оснащался барабанными тормозами и опционально дополнялся вакуумным усилителем. Предельно простым был и рулевой механизм с обычной червячной передачей и циркулирующими шариками, взятый с того же Falcon. Естественно, о гидроусилителе руля речи тогда не шло, ведь применялся он в те годы довольно редко. В 1965 году в целом Mustang не претерпел особых изменений. Изменилась кулиса переключения передач, сиденья водителя и пассажира теперь имели раздельные регулировки.
Также появился АМ-радиоприемник. И так как автомобиль заинтересовал любителей спортивной езды, появился вариант с часами и тахометром в рулевой колонке, получивший название Rally Pack. Также появилась отдельная версия GT, которая отличалась передними дисковыми тормозами, настроенной для спортивного стиля езды подвеской и, соответственно, более отзывчивым управлением. Модель получила особую окраску кузова и сдвоенную систему выхлопа, что дало ей более агрессивный звук. Было принято решение разработать экстремальную модификацию Мустанга, способную поспорить с Корветом. К концу 1964 года Ли Якока поставил задачу перед Кэролом Шелби создать на базе Ford Mustang по-настоящему мощный автомобиль. В результате получился Shelby GT350, чистый спорткар в каждой детали. GT350 стал дорожным вариантом бескомпромиссного болида соревнований SCCA. Шелби пошел простым путем – снижение веса, увеличение мощности и улучшение управляемости. Для снижения массы поставили карбоновый капот и убрали заднее сиденье. Двигателю HiPower 289 V8 повысили мощность установкой четырехкамерного карбюратора Hawley, алюминиевого впускного коллектора и спортивного выхлопа. Шелби изменили геометрию подвески, установили амортизаторы Кони, передний стабилизатор диаметр 1 дюйм и распорку передних стоек. В 1965 году собрали 561 Shelby GT350, все белого цвета с голубыми полосками. Shelby GT350R 1965 года. В 1965 году, недолго думая, Shelby создает еще более спортивную модификацию GT350R. Трековая версия GT350 потеряла все ненужное – коврики, обшивку салона и шумоизоляцию. Задние сиденья, боковые и задние стекла сделали пластиковыми для снижения веса. На GT350R ставили топливные баки на 34 галлона, спортивные сиденья, четырехточечные ремни безопасности и дополнительные приборы в панели. Под капотом стоял двигатель V8 289 кубических дюймов, который полностью разбирали, балансировали, притирали и полировали цилиндры. Помимо этого установили увеличенный радиатор, масляный радиатор, воздуховоды для охлаждения передних тормозов, диски American Racing с 5 спицами и гоночные покрышки Goodyear. Shelby GT350R под управлением Кена Майлса одержал свою первую победу в соревнованиях SCCA и затем в чемпионате B-Production в 1965 году. Shelby GT350H 65 года. В конце 65 года Shelby заключил контракт на поставку модели GT350 с прокатной компанией Hertz. Так родился слоган «Арендуй спорткар». Hertz заказал чуть более 1000 GT350 и всего за $17 в сутки или за $70 в неделю каждый мог получить авто в аренду. Большинство GT350 было черного цвета с золотыми полосками. Также ходят слухи о случаях замены арендаторами двигателя 289 V8 на базовый Ford V8. Из-за этого сегодня очень сложно найти оригинально укомплектованный Shelby GT350H. С этого года в базовой комплектации Mustang получил новый силовой агрегат. Теперь это 3,2-литровый шестицилиндровый двигатель на 120 лошадиных сил. Но стали доступны еще три версии двигателей V8, мощность которых была от 200 до 271 лошадиной силы. Немаловажным моментом в развитии этой модели стала работа ателье Кэрола Шелби, которая начала выпускать свои доработанные версии этой модели. В том же году Shelby GT350 стала доступна и с механическим нагнетателем от Paxton, который уже позволял развивать мощность двигателя до 430 лошадиных сил. Также появилась версия этого Shelby с автоматической коробкой передач. База стандартной модели стала длиннее и выше. Несколько изменились дизайнерские решения, но в целом концепции остались те же. Автомобиль стал оснащаться трехточечными ремнями безопасности, а тахометр и часы уже через год стали частью стандартной панели, вследствие чего в пакете Rally Pack больше не было надобности. Главным конкурентом нового GT390 был Chevrolet Camaro SS 396,
который не хотел уступать лидирующие позиции на рынке. Шелби не сидели сложа руки и выпустили новый GT500, который был мощнее предыдущей модели. Стандартный Shelby GT500 оснащался двигателем V8 объемом 7 литров, который развивал мощность 335 лошадиных сил. Ford Mustang 67-го модельного года стал первым значительным редизайном оригинальной модели Мустанга. Дизайнеры Ford создали более крупную версию машины на 2,5 дюйма шире и полдюйма выше, несмотря на то, что оригинальная форма уже достигла небывалого успеха у клиентов. Несмотря на это, Лия Кока, помощник главного менеджера проекта Mustang, постоянно жаловался на замедление роста продаж, поэтому пристально следил за вносимыми обновлениями в модель 67 года. Главная новая особенность конструкции состояла в том, чтобы создать возможность установки движка большого объема V8. Был увеличен общий размер кузова, переделан интерьер и отделение багажа. Внешний вид тоже не оставался без изменений, включая посадочные места для задних фар, боковые воздухозаборники, хромовую отделку по бокам. Несмотря на изменения во внешнем виде, Mustang 67 года, купе Fastback кабриолет версии по-прежнему были доступны для покупки. Однако стоит заметить, что наклоненная крыша версии Fastback была вытянута уже до самых задних фонарей по сравнению с версиями 64-66 годов, придавая машине более мускулистый вид. Карбюраторный V8 объемом 390 кубических дюймов и мощностью 320 лошадиных сил был самым мощным из доступных для установки вариантов мотора в 67 году, за исключением Shelby Mustang. Он устанавливался в том числе и на модификацию Mustang GT с автоматической коробкой передач. Mustang GTA, который выпускался всего лишь один раз за все время, лишь на протяжении года. Эта модификация была доступна с 289 или 390 двигателями. Впервые на кабриолет Ford Mustang 67 года установили двухкамерное заднее стекло, которое опускалось вместе с крышей. Это был также последний год для 289 мотора объемом 4,7 литра и первый для 390 с 6,4 литра, а также 428 Cobra Jet 7 литров, которыми комплектовался Mustang Shelby GT500. Если говорить о культовых модификациях, то за тот памятный год с конвейера сошло 400 мустангов в тюнинге High Country Special для дилеров из штата Колорадо. 8 Mustang Stallions комплектоваться могли моторами 289, 390 и 427, оснащением GT, четырехступенчатой механической или автоматической трансмиссией, специальным виниловым покрытием по бокам, усилителем руля, мощными дисковыми тормозами, роскошным рулем и ремнями безопасности, складывающимися задними сиденьями. Shelby GT350 снабдили 289 движком, а GT500 получил 428. Обе модификации были выполнены в кузове Fastback и получили более качественную обработку корпуса, чем модели 65 и 66 года. На решетке с логотипом Shelby расположились две противотуманные фары. Несколько 67-е Shelby имели красные габаритные огни внутри капотных воздухозаборников. Лишь один Shelby Super Snake был сделан в 67 году. Он должен был быть первым из 50, но при розничной цене в 7500 долларов на то время клиенты посчитали более выгодным вложением приобрести 428-ю Кобру. Shelby GT500 Super Snake 67 года – детище Дона Маккейна, торгового представителя Shelby American West Coast. Он верил, что на мощный Shelby GT500 будет спрос. Под капот поставили двигатель V8 427 с большим блоком и четырехкамерными карбюраторами. Мотор раскручивался до 7000 оборотов в минуту и развивал мощность 520 лошадиных сил. Внешне Super Snake отличался тремя полосами, проходящими через весь кузов и резиной Goodyear Thunderbolt. Чтобы доказать достоинство GT500 Super Snake, Кэрол Шелби самостоятельно разогнал авто до 170 миль в час на тестовом полигоне Goodyear в Техасе. 68 год. Новый Mustang меняет радиаторную решетку, слегка упростив ее, но получает новый двигатель, развивающий уже 390 лошадиных сил. В том же году был анонсирован легендарный двигатель 428 Cobra Jet, где площадь тарелок клапанов была увеличена.
Также была применена система забора воздуха REM Air. Именно благодаря этим двигателям модели Shelby GT стали носить имя Cobra. Shelby GT 500 KR 68 года. Первоначальное название King of the Hill – Король холма. Говорят, до Карла Шелби дошли слухи, что Chevrolet планирует модель с именем KR. Он решил опередить конкурентов и создал GT 500 KR. Внешнее авто отличалось функциональным воздухозаборником капота, прямоугольными фарами в решетке радиатора, новым задним бампером и задними фонарями. Но главные изменения скрывались под капотом. Разработали новый двигатель V8-428 Cobra Jet, который по документам имел мощность на 20 лошадиных сил меньше предыдущего 67 года – 335 против 355, но в тестах показывал более 400 лошадиных сил. Всего в 1968 году произведено 1251 Shelby GT 500 KR, 933 фастбека и 381 кабриолет. Год. Этот год дал Мустангу довольно много нового, и от первоначальной модели он отдалился довольно сильно. Новая база стала длиннее, примерно на 10 см, а вес автомобиля увеличился на 70 кг. Модельный ряд получил несколько линеек – Boss и Mach-1 для любителей спортивного стиля, Grande для любителей роскошных автомобилей, а также линейка E, которая была самой бюджетной. Shelby в 69 году кардинально изменили внешность своих вариаций на тему Мустанга. Boss 302 был создан как конкурент Camaro Z28 в гонках Trans-Am, а для NASCAR была создана версия V8, развивающим мощность 375 лошадиных сил, которая оснащалась REM Air и специально разработанными выпускными коллекторами. В Mach-1 устанавливались двигатели V8 мощностью 250 и 290 сил. Но можно было установить 428 Cobra Jet. Также можно было заказать самоблокирующий дифференциал. В 70-м модельном году Ford оставил модель практически нетронутой. For 1970, number one, there is Mustang. The Mustang hardtop with a new rear deck, recessed taillights, and a sporty new front end. Number one, there is Mustang, America's number one sporty car. Mustang sports roof for 1970. Rear deck spoiler, recessed taillights, and an all-new sporty front end. For 1970, number one, there's Mustang. And for 1970, Mustang is still number one, with a choice of models like the Boss 302, where you can get options like shaker scoop and sports slats.
Number one with a wider choice of roof lines. A Landau top on the luxurious Grande with choices like a 3-speed automatic and power disc brakes. Number one to make high back buckets, full carpeting, stick shift, all standard. Number one with Mach 1, where you can get more options like a 351 4-valve V8 and functional shaker. Mustang was number one before the imitations came along and still is. It's the survival of the fittest, and the fittest is Mustang. Number one. В 71 году больше заботились о комфорте, они стали длиннее и шире. Задняя часть крыши фастбека стала настолько плоская, что обрела название flatback. Автомобиль вырос, потяжелев почти на 50 килограмм. Holy smoke! Hey, Cabello, that's European broadcasting. No, sir, this is our new Mustang Mach 1, one of six completely new models for 71. Cabello, look at the hole in the hood, eh? Our brand new air scoop, sir, and this is our color-keyed spoiler bumper. Gross, that's a flat to back, eh? В 71 году было выпущено 150 тысяч машин. Должность дизайн-менеджера в компании занимает Симон Кнатсон, что сразу отражается на внешности автомобиля. На свет появляется новый Boss 351, показавший хорошие результаты на четверть мили и даже сумевший обойти Mach 1 429 Super Cobra Jet RMR. В 1972 году стандарты измерения мощности двигателей изменились, и с этого момента двигатель тестировался совсем навесным оборудованием. Так было принято во всем мире. И по этим стандартам их скромный 4-литровый двигатель развивал всего 99 лошадей, а самый мощный V8 объемом 5,7 литра – 275 лошадиных сил. 1973 год. Экономическая ситуация в мире накалилась, и топливный кризис дал о себе знать, в связи с чем мощность двигателей приходилось очень сильно ограничивать. Также немалую роль сыграло и значительное повышение количества аварий на дорогах, ведь потенциальными покупателями мощных автомобилей были в основном молодые люди, кому зачастую не хватало должного опыта вождения. В итоге запреты появились на законодательном уровне. Так появились новые мустанги с двигателями мощностью всего 95 лошадиных сил. Относительно мощный V8 выдавал 156 сил. На этой пессимистичной нотке закончилось первое поколение Ford Mustang. Для многих ценителей оно же осталось и последним. И их можно понять. С 1973 года и вплоть до 2005 года модельный ряд мустангов потерял абсолютное большинство своих поклонников. Один из самых массовых и культовых автомобилей Америки. Ford Mustang стал одним из основателей целого семейства американских масл-каров. Мускулистых автомобилей, они были очень быстрые и мощные, но из-за простого и дешевого шасси управляемость оставляла желать лучшего. Правда, изначально Mustang именовал свой класс как Pony Car – автомобили лошадок, но со временем автомобиль становился все больше и мощнее. Кузов Mustang и сейчас остается одним из лучших образцов мирового автодизайна. Американский народ начал сходить с ума по Mustang. Машины сметались, как горячие пирожки, или как соль со спичками перед войной. Наплыв заказов обрел такой напор, что под производство мустангов переводились все новые и новые заводы. Автомобиль был настолько популярен, что вопреки общепринятой практике, модель не стали перелицовывать ни на второй, ни на третий годы производства. Для американской автопромышленности 60-х годов неслыханный консерватизм. Это был выдающийся переворот, осуществленный одной лишь машиной. Как говорил Джо, мы просто старались сделать самую красивую машину, какая только была возможность в данном ценовом диапазоне, и при этом максимально притягательной, желанной для публики. Дизайнеры не были удивлены, что женщины покупают мустанги не реже мужчин. Покупателям было предложено постоянно растущий список опций и вариантов кузова – хардтоп, фастбэк, кабриолет. В
1969 году Ли Якоко был назначен президентом Ford Motor Company. Добро пожаловать в нашу большую дружную семью свободных и уверенных в себе людей. С вами была программа «АвтоАрт». Спасибо за просмотр. До свидания.